Часть андижанцев, здесь... часть в лете, все еще смотрим на них. Здесь андижанские. Вот в этом году. У тебя тут прям в этом году прям чисто андижанцы. Да, я сейчас стараюсь все вот. Ну так и надо, так и надо. Как бы здесь тоже в этом году буду какие-то фары, фанфары. Слушай, можно, пожалуйста, этот кинь? Мне всегда вот интересно так смотреть для сравнения, да? Среднего, либо бакинского, либо вот гладкого узбека по сравнению вот с андижанскими, просто чтобы на фоне было. Шер, иди сюда. Поймай какого-нибудь капкана там. Вот. Там капкана любого поймай. Андижанские тут просто настолько крупные голуби. Бакинец, а рядом андижанцы. Вот, смотри, вот сейчас хорошее видео. Сравнение. Ну, с этим кинг-конгом вообще, конечно, понятно. Они все практически здесь такие. Кинг-конги прекрасные, вид шикарный, но они летают не очень хорошо. Запускай. Вот сейчас андижанцы. Зачем, Фирус, так говоришь? А что, у тебя не летает, что ли, по 15 Чёрные? Часов птица? Чёрные? Птица. Нет, пока только 13. 13? Ну да, 13 это слабенько, конечно. Принеси белоголового андижанца. Они как минимум 15 должны летать. Вот тоже рядом, видишь, самец такой, не самый крупный. Угу. Вот в сравнении. Вот тоже пескун сидит, вот, черный. Вот рядом сидит бакинец, видишь, вот посмотри. Это все молодежь, вот это белые, молодые. У меня птицы, к сожалению, поздние, потому что они раньше мая не садятся, да, там в апреле я их порую, но в мае начинается уже более-менее там нормально сидеть они. И получается, что я попадаюсь практически в сентябре, да, с, там, с вторым там был. Третий я практически не беру, только птиц. Вот очень хороший совет, все-таки вот он второй год, видишь уже какой. В прошлом году вообще было сомнение. Это какой? Вот белый сидит рядом с красногрудом. Ага, красногрудый, вот поздняк, смотри, как он получился у меня. Вот на ноги посмотри, ты его чуть выше. Вот, тоже самец будет очень перспективный. Вот. Ну, некоторые наши товарищи сказали, что у него слишком светлая грудь. Но, видимо, это была фотография такая, не показывала грудь у него. Потрясающая, цвет шикарный, когда он выбелится. Вот, летает 40 минут сейчас, и видишь окрас какой. Вот он в летном сидит у нас, вот пойдет в разведение. У андижанцев масть гульсар называется? Акбаш, да. Гульсар – это у двухчубой птицы, такой самец получился. Вот. Блин. Вот остался из летных, пока вот его отобрал. Черный цвет у него прям переливается зеленым, красным. Ну, голова у него, видишь, очень правильно, аккуратная. Вон родители сидят там. Вон крайний брат. Ага, папа, это его родители. С мамой, да, вон они. Сейчас пойдем родителей снимем. Запечатлим. Вон, видишь, как он? Даже по полету видно, да, что он творит? Да, красавцы. Андижанцами я, ну, более-менее, конечно, еще очень много куда надо двигаться, стремиться, но в целом неплохо. В этом году я практически всю птицу оставил себе, пескунов, потому что обычно, ну, забирают, гонять самому не удается. А в этом году решил оставить погонять. И, конечно, ощущения совсем другие. Всю буду гонять до последнего. Здесь какие-то пары останутся, остальные будут молодежь поднимать за сбор. Вот перспективный очень будет пескун. Вот хороший глаз, все. Ну,
этот, если игру наберет, вот этого я бы, конечно, он оставил. Ну, игру они набирают все равно год. То есть они... Ну, поздняя, поздняя птица. Да, ну, они... Не, андижанцы, в принципе, раньше года так про игру говорить вообще не стоит. Они летать-то начинают только после линии. Поэтому... А где Лягин? Лягин. Вот это, да? Где? Он? Не. Лягин, сейчас я тебе покажу. Лягин вот сидит. Вот, по-моему, Лягин. Нет, не он. Лягин. Сейчас. Здесь не видно среди всех остальных. Сейчас. Вот он, Лягин. Вот, видишь, маленький. Но маленький, но на сопырка, да. У него были. Вот она, но он уже взрослый очень. Вот он у меня сидел с вот этой самкой в этом году. Вот самка, видишь? И вот пескунов мы сейчас видели в лету. Вот они, вот прям пары. Но в этом году с другой самкой вот посажу, посмотрю. Ну супер. Вот. По бровастам получил такую же бровастую прям копию мамы в этом году вот остался. Вон она. Внизу. Это вот самый большой самец здесь. Самый длинный. Но он, видишь, он весь хвост вечно пачкает. Он самый длинный, огромный. В этом году посажу его с самой маленькой самкой. Это слишком большой вариант. Внимание. А где бакинец был? Вот сидит. Сравним? Да, давай. Итак, момент. Так, сейчас, секунду. Ага, пипец, вот. Просто пипец. Вот и голову посмотри просто даже по голове. Ага. Вот птица, вот она. Жесть. Треть корпуса, да? Угу. Вот он вот такой вот. Но это петушок такой. Выставочный вариант, это, да? Это выставочный вариант. Вот он. Ёхтаный бабай. А где этот капкан? Да, забирай его. Блин. Чё, пойдём в следующую? Пойдём. Святая святых.